В селе Санниково открыли новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Это уже четвертый ФАП в Тобольском районе, построенный в рамках нацпроекта здравоохранения. Современное здание площадью 70 квадратных метров оснащено всем необходимым оборудованием. У местного фельдшера теперь будет доступ к электронным данным пациентов, а также возможность получать онлайн-консультации коллег из областной больницы номер 3. Эмоции, конечно, переполняют тем, что есть, и то, что было, и что есть, это большая разница, потому что все ведь условия, все красиво, все белое, современные, компьютеры, теле-ЭКГ, дефибрилляторы. Ну, когда я, наверное, пришла на работу, я даже, наверное, и не знала, и не мечтала, что доработаю до этих дней. В Санниково медицинскую помощь по месту жительства получают 300 человек. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день хорошие современные дороги, но тем не менее карета скорой помощи идет 40-50 минут до Санниково. Поэтому очень важно, чтобы здесь было все необходимое оборудование, были квалифицированные специалисты для того, чтобы оказать именно первичную медицинскую помощь населению.